Петропавловцы сегодня празднуют Наурос в кругу Батыров, Беркучи и огромного количества красочных фотозон. Для горожан в этом году подготовили Восточный базар и Большой этноаул. Не обошлось и без традиционных национальных игр. Как отметили торжество весеннего равноденствия на севере страны, расскажет Наталья Волкова. Жарасып көңіл қоштыға, бексін халық достыға. Наурыз мейрамы петропавловцы отпраздновали с большим размахом. Сотни горожан пришли сегодня на главную площадь, чтобы попробовать национальные блюда, побывать на ярмарке и посмотреть театрализованное представление с участием Батыров и Беркучи. Это чисто вот тюркский праздник за Новый год. И все празднуют, никто дома не сидит. У всех радостные лица. Мы любим этот праздник. Представленный горожанам этноаул демонстрировал традиции и обычаи казахского народа от кандасов, а в одной из юрт подготовили праздничную программу для детей с особенностями развития. Наши детки проходят мастер-класс, они своими руками изготавливают головной убор тюбетейку. Детки после проведения мастер-класса смогут попробовать угощение, познакомиться с национальными ценностями и традициями. Горожане поздравляли друг друга с весенним обновлением. Главным пожеланием было крепкое здоровье. Это праздник весны, дружбы всех народов, чистого неба, как всегда, дружбу между нами всеми, ну все, главное здоровье. Процветание, здоровье всем нашим землякам, всем казахстанцам, мирного неба над головой, детям, внукам, нам всем здоровья. Особенно увлек горожан и гостей города массовый флешмоб с исполнением национального танца «Каражорха». Наталья Волкова, Куаныш Казбеков, Петропавловск, 24 KZ.